Слышь, ты тварь, Гренни! Над этой сущностью голоса. Она такая страшная, о боже! Нет! Раз. Два. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская. А перед началом этого видео я попрошу вас прямо сейчас подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик для того, чтобы не пропускать мои новые видео. А еще я хотела бы прочитать один из ваших комментариев, ведь я всегда делаю то, что просите вы. Привет, Ирина Ясинская. Я давно на тебя подписан. Возможно ли такое, чтобы ты заговорила куклу Вуду на бабку Гренни? Ребят, конечно же, это возможно. И прямо сейчас мы с вами постараемся переселить в одну из этих кукол Вуду бабку Гренни и узнаем, что из этого получится. Кукла подойдет, потому что в нее можно вложить душу и сердце и все это потом соединить. Смотрите, сделаем как. Сначала мы откроем портал в потусторонний мир. Для этого нам понадобится доска для вызова духов или доска Уиджи, как ее еще называют. Ребята, когда вы смотрите это видео, постарайтесь сделать так, чтобы не было потусторонних звуков каких-то, чтобы вы находились более-менее в тихой обстановке. Потому что вся ваша энергетика приходит сейчас, прямо сейчас ко мне. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Всевышние силы, я призываю вас открыть портал. Теперь мы возьмем куклу Вуду. Я хочу сейчас, чтобы внутри этой куклы Вуды вселился дух бабки Гренни. Я заклинаю тебя, бабка Гренни, вселись в эту куклу Вуду. Бабка Гренни, вселись в эту куклу Вуду. Ребята, я почувствовала, что какая-то нечистая сила прямо сейчас вошла в эту куклу. Мы оставим ее внутри и скрепим этой булавой. Теперь мы можем говорить о том, что при помощи этой куклы Вуду я смогу управлять бабкой Гренни, когда отправлюсь в потусторонний мир. Сейчас я досчитаю до 10, щелкну пальцами и отправлюсь в мир мертвых. Там, где и находится бабка Гренни. А вы не забывайте подписываться на мой второй канал Ясинская Пэтс, где я рассказываю страшные истории. Думаю, вам понравится. Ссылочка в описании. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь,
9, 10. Так, самое главное — успокоиться. Это моя квартира, пусть и в другом измерении. Но это моя квартира. Гренни! Бабка Гренни, ты здесь? Эй! Здесь кто-нибудь есть? Что за вонь? Фу! Пахнет, как будто здесь кто-то сдох. Фу, мерзость. Здесь все пропахло. Страшное зловоние может говорить только об одном. Она здесь. Эй! Я не понимаю, это... Чш! Вы слышите это? Она говорит, что видит меня. По-моему, она ушла. Ребят. В потустороннем мире находиться очень опасно. Помимо бабки Гренни, в этот мир могли проникнуть другие духи. Нашей главной задачей не попасться ей. Слушайте. Вы слышите? Эй, Гренни! Я, когда зову ее, для того, чтобы убедиться, что ее здесь нет. Потому что если она здесь, мне стоит быстро спрятаться, досчитать до 10, щелкнуть пальцами и оказаться в своем мире. Иначе я застряну здесь надолго. Никого нет. Что это за хрень? Что это? У нее глаза как живые. Посмотрите, ребят. Глаза. Как будто настоящие. Боль. Огонь. Лес. Ночь. Кладбище. О, жесть. Гренни была здесь. Она оставила послание в этой кукле, и я прочитала его. Боль, огонь, лес. Что еще вы слышали? Ребята, напишите прямо сейчас об этом в комментариях. Кто здесь? Малыш, я оставлю тебя здесь. Ты не Гренни? Кто ты? Назови свое имя, демон! Назови свое имя, демон!
Гренни. Мне кажется, что это не она. Это что-то злое. Что-то очень сильно злое. Что это за звук? Назови свое имя, демон. Боже, что это? Ребята, вы видите? Что-то идет на меня. Кто ты? Боже, кто ты? Кто ты, тварь? Боже, она такая страшная. Что мне делать? Она такая страшная, о боже. Нет, оставь меня в покое. Уходи. Убирайся в другой мир, убирайся. Черт, почему отсюда пахнет так гнилью? Кукла Вуду, которую я заговорила на Гренни. Слышь, ты тварь, Гренни, я сейчас уничтожу тебя. Ты подчиняешься мне и подчиняешься этой кукле, ты понял меня? Поняла, Гренни, поняла меня? Так, ребята, у меня появился контроль над этой сущностью. У меня здесь как-то оказалась в потустороннем мире кукла, которую я заговорила на эту тварь. Сейчас... Сейчас я сломаю тебе руку! Руку сломаю! Да, да, теперь я сломаю тебе вторую руку! Да, да, а теперь силами неба, силами земли убирайся! Убирайся, 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 убирайся! Ребята, она исчезла. Остались ее оторванные руки. Оторванные руки остались. Боже, мне нужно возвращаться. Мне скорее нужно возвращаться. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. О, боже, как это тяжело возвращаться. Семь. Восемь. 9! 10! Ребята, там была просто жесть. Нам нужно скорее закрыть портал. Где планшетка? Гренни, убирайся в свой мир. Гренни, убирайся в свой мир. Гренни, убирайся в свой мир. Прощай. Ребята, я думала, что вы почувствовали то, что происходило в потустороннем мире. Вы это все видели. Это невозможное. Возможно. Если вам понравилось, прямо сейчас нажимай лайк, подписывайся на канал. И до встречи завтра. Ведь мои видео выходят каждый день на канале Ирина Ясинская и на канале Ясинская Пэтс. С вами была я, Королева Мистики. Всем пока.